Моє вітання в ефірі першого міського. Проект «Тема дня» у студії працює Наталя Болинська. 15 травня у парку Гданцівський стався гучний інцидент. Туди прийшли члени міської комісії, які намагалися потрапити на огороджену територію, де ведеться будівництво. І під час сутичок хтось розпилив порошок, яким надихалися журналісти, зокрема і наша знімальна група. Що ж дійсно сталося у парку, дізнаємося у представника підрядної організації, яка виконує реконструкцію парку. У нас у гостях Олег Цуркан, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія». Доброго вечора. Здравствуйте. Пане Олег, розпочнемо розмову, але одразу після того, як подивимося сюжет, який зробила наша знімальна група, і повернемося до нашого спілкування. Літаюче каміння – невідома порошкоподібна рідина, щонайменше 5 одиниць зіпсованої техніки журналістів. Побиті будівельники та активісти, а також більше 10 заяв до поліції. Саме так закінчилась інспекція Гданцівського парку, яку організувала комісія міськради 15 травня. Комісія міськради заздалегідь повідомила про інспекцію парку. Разом з чиновниками у костюмах на інспекцію приїхали невідомі молодики у футболках з написом «Національна дружина». Коли агресивно налаштовані чоловіки не змогли потрапити до парку через центральний вхід, спробували влізти через паркан та влаштували сутичку з будівельниками. Ми спокійно договорилися і хотіли, щоб я був на місці, як мінімум, як директор підприємства, щоб зайти на територію парку, щоб посмотреть, показати по-хорошому, по-мирному. Ніхто не сказував в этом. Договорились, они положили трубку, и началось то, что началось. Предварительно там около 4 человек пострадавших. У нашего, насколько я знаю, то госпитализировали нашего сотрудника. Там достаточно серьезные гематомы и сломанный нос. Постраждали щонайменше 5 осіб – 4 будівельників та одна з громадських активістів. Потерпілим викликали швидку допомогу. До чергової частини Криворізького відділу поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що невідомі особи намагаються проникнути до парку Гданцівський. Попередньо з'ясувалося, що між представниками підрядної організації, які працюють у парку Гданцівською, громадськістю та представниками міської ради виник конфлікт, в результаті якого невідомі особи завдали тілесних ушкоджень працівникам підрядної організації, а також пошкодили майно представників ЗМІ. Молодики спортивної зовнішності одразу втекли через подвір'я сусідніх будинків. Поліцейським не вдалося затримати нікого з ініціаторів конфлікту. Проте всі потерпілі, в тому числі і наша знімальна група, написали заяви до поліції про пошкодження майна та тілесні ушкодження. Зазначимо, реконструкцію парка Гданцівський веде Костянтин Усов. Все тривало досить мирно, поки нардеп не розкритикував мерію за використання на мітингу 9 травня проросійської пісні. Після цього міськрада оголосила політику війну. Чиновники приїхали начебто на інспекцію об'єкту, але з собою привезли бійців Азову. В результаті силового конфлікту постраждали люди. Не хочеться вірити, що це взаємопов'язані речі, коли звернення народного депутата до Служби безпеки України мало наслідки фактично активізацію роботи окремих підрозділів або окремих частин, або, можливо, всієї вертикалі органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, пробачте, Кривого Рогу, який направив свій хист, свій час і величезну кількість працівників для того, щоб намагатись зупинити реконструкцію. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, що виник під час інспекції парку. Також розшукують молодиків, які стали ініціаторами сутички та напали на активістів, журналістів та будівельників. Олег Єрмолінський, Микола Нечепуренко, Перший міський. В прямому ефірі першого міського проєкт «Тема дня». Сьогодні обговорюємо гучний інцидент, який стався у парку Гданцівський. У нас у гостях, нагадую, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія» Олег Цуркан. Пане Олег, чи перша це перевірка взагалі ось з моменту старту реконструкції? Чи було вам про неї відомо і чи була вона узгоджена? Ні, це не перша перевірка. В начале реконструкции мы часто встречались с представителями любой власти, для всех были открыты, всегда проходили, но как-то заранее, как минимум, по телефону предупреждали руководство компании. Мы всегда были открыты для органов местной власти. Вот. А сегодня произошел какой-то непонятный для меня кем-то спланированный сюжет, без всяких
предупреждений официальных, писем. Возможно, зная, что я сегодня в областном совете в это время совещания, пришли инспектировать меня, мое предприятие, без директора. Ну, тобто без узгодження з вами, без якихось... Абсолютно без каких-либо писем. Сказали, что на электронный адрес отправили. Все, больше информации никакой не получал. Причем, что телефон всегда поднимают любого представителя власти города, и всегда можно было предупредить. Згідно з законом, які вимоги взагалі до об'єктів, які знаходяться на реконструкції? Ось обнесення парканом і таке інше. Це все законні дії, так? Звісно, це норма ДБН розроблена, є відповідний ГОСТ. По цьому ГОСТу ми діємо. Особливо в наших умовах, коли, к сожалению, будівництво, хороше будівництво, хороше діло, те, що ми намагаємося зробити кращий парк, хороший, зелений, з найбільшою алеєю, вышиванкой, и туда вмешиваются какие-то политические силы и мешают работать, мешают проводить реконструкцию. Поэтому решение такое было принято не случайно. У нас сначала вешали в парке собак, затем, когда мы высадили молодые деревья, когда уже со всеми активистами у нас были нормальные отношения, со всеми ходили мирно по парку, была группа людей, которые уже перевели конфликт в политическую плоскость. Вот. И после высадки деревьев, там несколько десятков деревьев погибло из-за того, что подлили соляркой. Вот просто элементарные действия. Поэтому есть приказ по предприятию, я его подписал, о том, что никого не пускать на территорию без соответствующего распоряжения. Это и в целях безопасности, и в целях того, что сейчас происходит. Как вы видите, сегодня вообще инцидент меня удивил. Я буквально сегодня разговаривал по телефону, мне набрал глава Кары, УЖПП. Вот. Нормально поговорили с ним по телефону, я сказал, я не на месте, с удовольствием приеду, двери открыты, встретимся, давайте назначим день, скажите, какие люди, кто это будет, потому что некоторых активистов мы уже знаем, как они лезли через забор, как они вступали неоднократно в какие-то там противодействия и с охранниками, и с строителями и так далее. Вот. И зайдем на территорию. Все, положили телефон, положили трубку. Звонят мне буквально через полчаса, я выхожу с кабинета с областного совета, и мне говорят о том, что молодой парень, 22-летний, который у нас работает, у него сын 2 года, попадает в больницу, ему разбивают нос, он сейчас в тяжелом состоянии. Это сейчас, вот, да, по час этой суточки. Ну, я немного, ну не немного, а действительно возмущен. Только что был на эфире Рудана, я, кстати, очень рад, и спасибо и вам, что у нас демократически, две стороны можно выслушать. И рад то, что Рудана меня пригласила, и то, что можно выслушать, действительно сказать правду людям. Потому что немножко вот как-то все и в соцсетях, и на телеканалах было политизировано. Поэтому мы с вами общаемся, я открыт для диалога. Но то, что сегодня, считаю, произошло, это вообще никакому здравому смыслу, никакому хорошему объяснению просто ну, не подлежит. А взагалі, яка мета, чи було розмови про те, що за мета цієї інспекції, що хочуть побачити, що проінспектувати? Хід робіт? Чи... Возможно, які... но у кого була розмова? Но меня никто не приглашал, не уведомлял. Про що була розмова з Карем? По телефону? Так. Ми приїхали в парк, хотим проверить. Я говорю, с удовольствием. Это была разговор уже по факту, это того, уже что по вы факту, да, пришли. Ну, любая проверка, любая комиссия, есть какие-то, наверное, нормативные законы, предупреждается заблаговременно, там, ну и так далее, подготавливаются к этому парк. Здесь пришли. Я с удовольствием говорю, ну, я же всегда на связи, почему не позвонили раньше? Давайте перенесем, когда я буду в городе, когда я смогу встретиться с вами. Потому что кому они собирались задавать вопросы? Строителям или ответственному за участок, там, или моему заместителю? Ну, он технический инженер, он вряд ли смог бы ответить на вопросы исполнительной власти нашего города. Поэтому считаю это... Ну, как минимум, особенно последствия того, что и как сейчас развиваются события в городе вокруг этого, это настолько политизированное событие, что нам просто не дают сделать нормальное строительство хорошего, красивого парка, куда будет любому человеку прийти приятно. У меня столько звонков от жителей нашего города, когда я скидываю фотографии знакомым, как расцвела сакура, например. Или как цветут те деревья, которые мы посадили, или как мы посадили березовую рощу. И люди потихонечку, ну, люди, которые не участники конфликта, они уже ожидают даже открытия этого парка.
Ну, ви бачите, що відбувається. Хто має право потрапити на об'єкт у будь-який час? Що говорить закон? Закон говорить о том, що це технічний надзор, це авторський надзор і це непосредственно заказчик. Все, точка. Более того, я не препятствовал действиям, и я бы с удовольствием прошелся с комиссией, конечно же, до сегодняшнего инцидента. Сейчас я вижу, что я не позволю, чтобы меня использовали в каких-то политических манипуляциях, поэтому с сегодняшнего дня я буду действовать исключительно по закону и просто не пускать никого, только заказчика, технадзор и авторский надзор. Потому что это угрожает как срыву объектов. Извините, у меня ощущение, что у меня сегодня уволятся люди. Потому что очень много испуганных голосов звонят, не знают, что делать. То есть, ну, люди немножко были травмированы таким поведением. Исполнительная власть, да, может, не исполнительная власть, но каких-то людей в каких-то формах и с ними пришедших. И, естественно, они небезопасно работают на объекте. Щось відомо про те, хто розпилював якусь газоподібну речовину, що це взагалі було, смотрите, і хто були... Я з корабля на бал. Я с Днепропетровска сразу эфир Рудану, потом вам. Я не смог сейчас полностью собрать всю детальную информацию. Я думаю, на этот вопрос мы написали заявление от предприятия нашего. И правоохранительные органы, были съемки, разные съемочные группы, насколько я смотрю, по постами всего. И я думаю, они разберутся, кто это сделал, и накажут по закону. Чи можуть місцеві мешканці, там така ситуація, що певні домоволодіння, вони прилягають до парку, до огородженої території. Чи можуть потрапити ті люди туди, чи ходять вони взагалі? Звісно. Місцевих жителів, хто там проживає, ми завжди пропускаємо і йдемо на зустрічу. Нікому не препятствуємо. Інцидентів з цього приводу не було. Смотрите, щоб ви розуміли більш правильно. Я ще раз підчеркну, це дуже важливо. Вначале у нас были разные митинги, разные, действительно, люди возмущались, переживали. Когда мы со всеми создали рабочую группу, приезжал инициатор проекта Константин Усов. Он поставил задачу определенную, что соберите от активистов там определенное количество людей и выработайте какую-то схему, стратегию. То, что говорят, что мы вырубили аллею дубов, это абсолютная ложь. То есть мы сузили вышиванку и сохранили вот эти те дубы, о которых сейчас нагло врут активисты. От, тобто інформація про те, що було вироблено не тільки в інтернеті, була інформація, це дуби, ялинки та акації, яким вже багато років звинувачували підрядну організацію у тому, що вирубили всі ці дерева, і якась певна кількість людей була обурена. Ви заявляєте, що це неправда, я правильно розумію? Я заявляю, що тих деревів, о яких говорять активісти, вони роблять акценти на цінні породи древесини, то мы их максимально обходили. И вот даже с активистами, когда мы ходили, и там был тот 100-летний дуб, о котором говорят, при открытии парка вы все сможете туда пройти и посмотреть. Мы его очень аккуратненько обошли определенной дорожки. Он прямо находится... дерево на месте. Более того, спасибо огромное одной из активисток, действительно, потому что она нам помогла, мы ее привлекли. Она эколог, она знает каждое название. И она все деревья в парке повязала синими ленточками, красными ленточками. Те деревья, которые ни в коем случае нельзя без каких-то экологов и так далее к ним притрагиваться. Вот. А вот посадили мы действительно ценные породы. Это и березовая роща там. И, ну, я не хочу сейчас анонсировать, я хочу, чтобы просто утих этот политический скандал. Наше предприятие не оказалось заложником политических дрязг определенных, которые сейчас развязываются. Дали возможность достроить красивейший парк в Кривом Роге, чтобы наконец-то жители ходили по современному европейскому парку, который будет действительно там и приятно посидеть в тех беседках. Если бы у вас была возможность сейчас посмотреть, я, кстати, приглашу вашу съемочную группу, чтобы сняла те беседки, которые сейчас сделали. Ну, в них очень уютно, как у кого-то там в частном доме, возможно. Это будет для каждого жителя нашего города. До речи, а какие работы на разе выполняются в парку? Что происходит? Значит, сейчас засаживается все травой. Газонной травой определенной. То есть мы почистили парк, не вырубили деревья, было очень много самосада, то есть который разросся и не представлял не то что никакой ценности. Если вы покажете сюжет, то с чего начиналось, все люди поймут сразу. Там лежали шприцы, был мусор, там то, что сейчас рассказывают, что там бегали дикие животные, летали ушастые совы, по-моему, там кроме наркоманов и какого-то криминалитета не было. Поэтому, ну, вот такая ситуация, в общем. И сколько еще триватиме реконструкция, чи є якісь приблизні строки, и завершить? Будем надеяться, что нам не помешают. И к концу лета мы все-таки наконец-то запустим наших горожан в прекраснейший парк,
который будет действительно одним из лучших парков, не побоюсь этого слова, лучшим парком в нашем городе. Потому что результат работ я вижу, что сейчас там происходит, как относятся бережно к каждому деревцу, как относятся бережно к каждой лавочке, которая там будет, каждому фонтанчику, к той же площадке привлекали собачьи, о которой вот говорят часто, мы привлекали лучших специалистов, садились, разрабатывали, когда они там вносили коррективы определенные в проект, какая длина должна быть, какие там удобнее для тренировок определенные снаряды, то есть настолько детально хотим сделать для людей добро, и сейчас у меня сотрудник просто лежит за то, что он поверил и мне в том числе, в больнице с сотрясением мозга. Вот результат. Будемо сподіватися, такого не станеться у майбутньому, і реконструкція завершиться у заплановані строки. Я дякую вам за розмову. Сьогодні в гостях у проєкту «Тема дня» був Олег Цуркан, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Андарія», яке виконує роботи з реконструкції у парку Гданцівський. У студії працювала Наталія Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі на першому міському. Дякую.